Всем привет, народ, с вами Алекс Фреш, мы продолжаем играть в House Flipper, и мне пишут постоянно, убери наконец еду с крыши. Угу. Наверное, сейчас этим и займемся. Пора бы уже привести в порядок нашу... хату, так сказать. Вот. Собственно, и что еще? И сорняк повырывать. Короче, сейчас что-то придумаем. А эту и другие игры вы можете купить в моем магазине игр Alex Store. Ссылка в описании. Хм. Загорожено было чем-то. Ну что-то куста не хватает. Кто-то куст... Миша утопился. Чё? А, это камни обычные. Ну пусть лежат. Мне они не мешают. Блин, у нас тут прям все заколочено. Подожди, а тут такого нет? Нет. Дом прям такой, на консервации был, да, походу? Я вас понял. Я сейчас иначе тут пройду. Ха-ха, все. Изи. Так. Нифига себе, сколько тут всего. А, так, ворота нужно закрыть. Ага, потому что их нужно помыть. Ой, покрасить. А где швабра? Серьезно, так можно? Так, надо вокруг дома снова бежать тогда. Чтобы посмотреть чисто на внешку, все в порядке или нет. Дверь чистая или грязная? Ну, в гараж мы сейчас вернемся. Бассейн, кстати, чистый, ничего тут мыть не нужно. Отлично. А это нормально вообще? Чё за навес такой? Чё он так криво это выглядит? Косяк, косяк. Гляньте на этот навесик. Типа навес навесом, но блин. Ой, цветочек один растет. Блин, ну черт возьми. Убрать его нужно, что ли, тот навес. Так. Ну, как-то, знаете, мне кажется, швабра это... В смысле, что, вода закончилась? А как я переключился? Он, походу, одупляется, да, наверное? Что все не так уж и просто. Так, надо закрыть, по идее. Стол, да стол вообще продать бы. Так, ладно, давайте убирать мусор. Я думаю, сегодня нужно как минимум навести порядок. И продать, наверное, хлам всякий. У нас кухня есть? Ну, типа есть. Стол продадим. Камин продадим, поставим новый. Так, о, швабра, отлично. Нет, стоп, надо сначала пособирать мусор весь, а потом уже шваброй орудовать. У нас-то тут как бы хлама-то хватает. А, стоп, мы ж не продали еще все. Вентиляция? Нафиг. Батарея нафиг. Открыть не знаю зачем. Так, давайте конкретно со входа начинать. Выключатель света. Пусть будет. Вот его продавать не буду. Розетки тоже пусть торчат.
Люстра пусть временно будет, чтобы не было с ней проблем потом. А люстра была или нет? По-моему, не было. Вау! Нифига себе! Бабки! Нашел клад! Нашел клад в хате! Офигеть! Нормально. А что с ней делать? Заложить ее, что ли, кирпичами нужно будет? Или как? Так, установки пока что все идут нафиг. Потому что я не знаю, что и где тут будет установлено. Какую-то библию продал. Эта розетка, скорее всего, пойдет нафиг. Так. Ну, как бы, наверное, все. Поехали потихонечку. А, стоп, подожди. Про двери забыл совершенно. А что, эти тоже могу продать? А что сюда тогда поставлю? У нас есть такие вообще? Подожди, надо проверить. Такие хоть продаются или нет? Ну, да. Да, продаются. Тогда продадим. Ха-ха. Так, готово. Окошки не продаются. Гаражную дверь можно продать, нет? Но, как минимум, можно открыть. Пусть будет открыто. И входную. Супер. Вообще, в идеале кусты впарить все. Не понял. А это щебенку эту поубирать, что ли? А, то есть можно тут плиточку иначе как-то уложить, да? Хм. Ну, не знаю. Навесик можно снести, нет? Что тут еще можно удалить? Камни. Ладно, давайте все продавать. Все продадим, все, что продастся. Кусты новые посадим. У нас должно быть красиво. Дом будем делать прям конкретно. Бассейн. Прикол. А, так тут еще плитку всю нужно продать. Офигеть. Прикол. Такого я еще не знал. Прям конкретная уборка у нас тут. Ладно, я сначала от плитки избавлюсь, потом уже от той фигни, от щебенки. Новую там сделаем. Посмотрим, что нам там засеять. Потому что этот дом прям конкретно можно будет обделать. Капец, я сейчас миллиардером стану, продавая этот дом. Просто куча всего. Я задолбался уже. Слишком много плитки для меня на сегодня. За куски понасрано этой щебенкой. И еще плиточка. Нифига тут пласты. Тут уже другая плитка идет. Вот эти кусты, самое интересное, что удалить нельзя. Они какие-то особенные, походу. Фух. Так, ну поехали. В смысле? А тут? Что тут не так?
Я так и не понял, что там не понравилось игре. Как-то она удаляется крайне криво. Типа, блин. Оно выглядит реально криво. А, то есть с этой хренью... Ёпты. То есть с этой хренью можно, да, получается? Этим за ним нельзя? Боже, какой идиотизм. Ну хоть что-то. Да блин, почему тут уже криво? Черт возьми. Ладно, сейчас основные массы, так сказать, поудаляем. Ну это капец просто. Фиг, что поудаляешь. Знал бы, что так будет, я бы не удалял его, это покрытие. Но еще непонятно, будет оно нам мешать, не будет оно нам мешать. Такое ощущение, будто дом в воздухе стоит. Так, что там еще тут у нас? О, чуть-чуть и так можно. А, то есть вот тут можно нормально, да, убирать? Чё за фигня? Тут прям и соседи не жалуются, и все классно. Так, а тут уже все плохо. Ну надо поподтирать по максимуму просто. Оно ж торчит, блин, бесит. Но это неприятная фигня в игре, конечно. Что вот так вот приходится делать прям. Слушайте. Нет, блин. Думал, вдруг прокатит. Ой, что я сделал сейчас? Причем надо именно с этого угла. О, слушайте, а что так? Так убирает. Или тут просто зона какая-то другая, не знаю. Блин, капец какой-то. Ну, хотя бы туда поближе. Если бы оно хотя бы зеленого цвета было. Кстати, нужно будет реально газон какой-то сделать. Нафига эти камни нам? Сюда я попозже вернусь. Да, я представляю, сколько там работы. Короче, кусты мешают, походу. Без кустов вообще прям, смотрите. Как так и было. А с кустами проблемы. Так, ну здесь более-менее ровненько. Я пока что все еще держу, чтобы тут подровнять немножко. Тут, кстати, нормально равняется. Чтобы хоть не палилось. Нет, тут не хочет. Так, вот тут еще куски пооставались неприятные. Использовать. На, это дверь. Калитка, в смысле. Видите, да, типа там нормально, а тут...
Но тут кусок такой остается. А тут хлоп и все. Не знаю, может дом какой-то косячный. Но не очень такая фигня, если честно. Ну, столб-то понятно. Там простительно. О. Блин, тут еще... А, там еще кусты есть. Чтоб тебя, забыл про них. Не было бы Garden Flipper, блин, я бы этой фигней сейчас не занимался. Так, что-то тут мне еще где-то не нравилось. Ага. Да, но тут, походу, тяжелый случай. Хотя нет, еще более-менее как-то поубиралось, но... Все равно как-то, блин. Из-за стены такой. Надо поубирать эту фигню. Давай, убирайся. Блин, это сложно. Это морально сложно. Надо тут подровнять вот эту вот кривую всякую фигню. Почему иногда срабатывает? Дальше пролазит иногда. Так. О. Там даже так можно. А, отсюда так нельзя. Нет. Ну, типа, наверное, все. Ну... Тут, в смысле, все. Где моя швабра? Нужно будет еще, походу, окна все перемыть, да? Что тут? Где тут, что тут нужно было помыть, я так и не понял. Я надеюсь, у нас грязь вся отображается или нет? Наверное, да. Ой, снова убрал. Что ж такое-то, а? Так, это... Это где вообще? Не знаю, куда я и что потер, но я это убрал. Но он просто исчезло. Так, окно не подсвечивалось. Надо окна все прочекать. Раз окно не подсветилось. То я окна не особо натираю. Ну, в принципе, окна вроде бы все. Так, что тут тереть? Полы. Окей. Ого. Походу, покрытие швабры очень большое. Она прям конкретно все выгребает. Так, тут вроде бы все. Нужно еще установку одну продать. Люстра. Ну, продадим. Ладно, фиг с ней. Выключатель. Да он и в Африке выключатель. Я его трогать не буду. Хотя можно сделать тут перепланировку конкретную, потому что дом прям огромный. Розетка, нафиг. Выключатель оставляем. Что здесь? Все отлично.
Тоже вроде ничего нет. Розеточка несчастная. Чё-то где-то... Ничего за фигня, фиг его знает. Где-то что-то мне тут не нравилось. В какой-то из комнат я что-то хотел снести. Вентиляция, по-моему, в ванной в какой-то. У нас одна ванная или две? Вот она, точно. А это что такое? Фиг его знает. Ну, типа для вида, наверное, да? О, люстра. Люстру продать. А, так это все удаляется. Все удаляем тогда. Тогда все удаляем. Все, что видим, все удаляем. Так, а окна? Окна, кстати... Ну-ка, что, реально не просят мыть? Не просят, окна чистенькие. Только попродавал выключатели, сразу начинает темнеть. Заметили? Так, вот это надо продать, потому что мимо него пройду случайно. И это продается. Да ну что, на внешних стенах начали продаваться розетки? Вы еще скажите, что я снести ее могу. Нет, не могу. То я бы офигел, если честно. Вроде особо ничего нет. Так, ну надеюсь, это все. Фух. А, это ноут. Думаю, что это такое на карте там. А, блин, я забыл. А, это не считается? Серьезно, это не считается? Да ну. Ну-ка. Да, это не считается. Я тут думал, типа, попозже и забыл, кстати, про эту фигню. О, соседи также. Короче, разберемся. Работать тут нужно много. Много чего нужно сделать. Навысаживать всякой фигни. И так далее. Потому что тут у нас прям жопа какая-то. Хм, запрятался. Думал, я его не продам. Срубить дерево, естественно. Иди сюда. Весь участок снес. О! Отлично. Я это искал. А срубить столб можно, нет? Интересно, у меня есть еще деревья? Я еще хочу какое-нибудь дерево срубить. Наверное, деревья закончились. Хотя... Да, закончились. Блин, у меня ни дверей нифига нет. Голые стены. А, ну окна хотя бы есть, и то хорошо. Ладно, народ. Пишите в комментах, как вы думаете, что стоит с ним сделать. Ну, я думаю, конечно же, лучше под себя его как-то. Но думаю, что мы что-то придумаем. Так что спасибо всем за просмотр. Не забывайте подписаться на мой канал. Все ссылочки будут в описании под роликом. На с вами был Алекс Фреш, и всем пока-пока.